Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета нашли туфовые прослои в бассейне реки Ветлуги на севере восточноевропейской платформы. Эта находка очень ценна для ученых, так как они могут узнать точный возраст горной породы. Вулканический туф образуется из пепла, который выбрасывает вулкан при извержении. Сначала получается вулканическое облако, а затем пепел постепенно осаждается на землю. И он может сохраниться в геологической летописи, в геологических породах. На территории европейской части России данная находка является первой. Совпало множество факторов, позволивших туфу сохраниться до наших дней. Его детальное исследование позволило ученым выяснить точную дату процессов и событий, которые происходили несколько миллионов лет назад. Первоначально туф обычно серого цвета, но когда он находится в земле много миллионов лет, он превращается вот в такую красную глину. И эта окраска иногда позволяет геологам его хорошо найти, быстро найти в горных породах. Чем он нам интересен? Тем, что вместе с пеплом в атмосферу выбрасываются зерна минерала циркона. Эти зернышки очень маленькие, они имеют размер всего 100 микрон. Но они работают как консервная банка, запечатывающая систему, уран, свинец. В них содержатся молекулы урана, которые распадаются на свинец. И зная соотношение количества урана и свинца в этих маленьких зернышках, ученые могут датировать геологические события далекого прошлого с очень большой точностью. Для 300 миллионов лет точность составляет 40-30 тысяч лет. Это очень большая точность для геологии. Полученная информация станет новым шагом к объяснению двух глобальных вымираний живых организмов на Земле. Лилия Баталова, Ленардо Влетяров, Универньюз.